Если у вас, мои дорогие подписчики, и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube, в этом видео я разбираю для вас риф из песни Майкла Джексона, который он исполняет вместе с гитаристом Слэшем. Это начальный риф, самое начало, интродукция, можно назвать это вступлением. Итак, давайте начнем. По-моему, повторяется он там раза два, может быть четыре. Итак, указательным пальцем мы зажимаем две струны на втором ладу. Это будет струна пятая и струна четвертая. То есть это будет аккорд ЕМ. Шестая струна у нас будет открытая. Вы можете играть этот риф как медиатором, так и пальцем. Сначала мы играем шестую открытую струну, потом пятую на втором, четвертую на втором, потом четвертую поджимаем на четвертом ладу третьим пальцем. И здесь нам нужно сыграть третью открытую струну после этого. Потом четвертая на четвертом. Четвертая на втором. И опять пятая на втором. Еще разок в самое начало. Это первый аккорд. Далее мы зажимаем пятую на третьем ладу. И четвертую на втором ладу. Получается второй аккорд. В правой руке мы играем пятую на третью, четвертую на втором, третью открытую. После этого зажимаем следующий третий аккорд. Этот аккорд похож на аккорд С, если бы мы зажали на первом ладу. Как вот вторая на первом, четвертая на втором и пятая на третьем. Ну, можно даже сделать так: сначала зажать этот аккорд С, потом переместить его на третий лад, то есть сместить все три пальца, подвинуть таким образом, подвинуть вправо таким образом, чтобы указательный палец у нас сместился с первого лада на третий. И у нас получится третий аккорд. То есть тоже С, но только не с первого лада, а с третьего. Здесь получается, что вторая струна на третьем ладу, четвертая на четвертом и пятая на пятом. Вот такой вот аккорд третий. В правой руке мы сыграем пятая, четвертая и одновременно две струны третья со второй. Третья будет здесь открыта, вторая на третьем. Еще разок весь риф медленно.